Так, всем привет! Сегодня хочу снять видео, как будем делать варенье с черники. Здесь немного черники у нас. Сначала мы ее перебрали уже, после того, как собрали. Там палочки всякое такое. Ну, немного еще осталось. Сейчас мы ее промоем. И потом дальше по порядку все буду рассказывать. И будем промывать не под проточной водой, а просто в емкость воды наберем и будем понемногу окунать. Потому что черника, она нежная. И чтобы лишний раз ее не мять. И у нас я поставил на весы, получилось 700 грамм. Так, в итоге берем стакан. Ну, этот стакан где-то 200-граммовый. Ну, 150-граммовый. Набираем воды. Ну, почти. Нам надо сахара 450, ну почти 500, полкило. У меня емкость маленькая, кастрюли занятые, блин. Поместится ли? Да, должно поместиться. Брусника наша. Брусника. Черника. Просто еще бруснику насобирали. Все, теперь на медленном огне пускаем. Прокипит. Несколько, 5 минут, 5-10 минут пену соберем, потом поставим огонь, добавим, и пускай минут 20-25 кипит. Так, вот три баночки я таких вот простерилизовал, сейчас они пускай остынут немного, варенье наше. Вот так вот сейчас будем пену собирать. Все. Все, вот она теперь 10 минут прокипела. Я там пену поснимал. Более-менее так. Теперь у меня электрическая печь. На троечку поставил. Помешаю, чтоб не пригорело. И теперь минут 25-20.
будет она у меня кипеть. Баночки уже готовы. Будет готово, еще там в конце проверочку сделаем. И все, можно будет фасовать, разливать. Надеюсь, банок хватит. Это должно быть. Все. Так, ну в общем, варенье уже минут 25-30 проварилось. Ну почти 30. Сахаром то, что надо. Все, выключаем его. И будем разливать. Только надо придумать, чем его разливать. Будем, наверное, чашкой. Вот этой чашечкой. Немного не хватило. Ваем. Все. Не знаю, это, наверное, сейчас съедим. Ну как сейчас? Первым съедим. Все, теперь это все мыть. Вот и все. Вот у нас получилось 3 баночки. 2,5. Все. Спасибо за просмотр. Кто досмотрел до конца, ставим лайк. Кому понравилось, подписываемся. Всем пока. Пробуйте, экспериментируйте. Удачи!